ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена 42-летняя смолянка, занимавшаяся сбытом наркотиков. Женщина уже имеет судимость за сбыт наркотиков, но все равно продолжает заниматься преступной деятельностью. В ходе комплекса ОРМ полицейские изъяли у нее героин. По данному факту отдела номер 2 Следственного управления УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Ответственность по данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В рамках расследования данного уголовного дела было принято решение о проведении обыска по месту жительства подозреваемой в квартире одного из домов по улице Белинского. В ее комнате на полке в платяном шкафу оперативники обнаружили и изъяли расфасованное в несколько свертков подозрительное вещество. В другой комнате, принадлежащей соседу подозреваемой, также было обнаружено то же самое вещество. Мужчина, также ранее судимый, подтвердил, что обнаруженное принадлежит ему, и он хранит наркотик для собственного употребления. Изъятое было направлено на экспертное исследование, которое подтвердило, что это героин в крупном размере. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде, женщина заключена под стражу, проводится расследование.